Эти люди пошли погулять и оставили свои шмотки. И тут птички обрадовались и давай там чего-то клевать. А могут сумку унести, знаете так? Да, вот прям по полотенчику ходят. А вот пришла хозяйка полотенчика и разогнала всех птичек. Вот еще образчик применения вот этого плавающего дерева. Мы снова вернулись к тому месту, откуда начали наше путешествие сегодня. И я хочу сказать, что вот этот пляж, который в ту сторону идет, это достаточно продолжительный такой пляж, где можно непрерывно пройти километров 15, без того, чтобы там что-то вам преградило путь. Так что, если кто любит вот так погулять, пожалуйста, это все для вас. Thank you.